что же, Антон, твоя машина готова? Да, я слышу. Прости за то, что она не помыта, у нас сегодня мойщика не было. Скажи, пожалуйста, ну как тебе? Не, ну я ожидал, конечно, другого, что будет хуже. Но оказалось намного лучше, чем я думал. Не, приятно, отличный звук, низкие басы такие добавились. Вот на небольших оборотах. Нормально. Ну и сейчас послушаем на улице, да, наверное? Мне нравится, честно. Прям вообще здорово. Вот даже не сдержанные эмоции. Вообще прикольный звук. Ну, на динамиках совсем не так будет, как на самом деле. Ну что, Антон, ты услышал еще раз, как она звучит уже при движении? Ну, могу сказать, очень круто на самом деле, особенно когда она вот начинает разгоняться, подрывается звуком. Ну, отлично, мне очень понравилось. И звук, и работа. Самое главное, быстро приехал в этот же день и уехал. Мы очень рады быть тебе полезны, очень рады доставить тебе эмоции от вождения твоего автомобиля. Естественно. И желаем тебе счастливой дороги. Все, спасибо большое, да. Спасибо за работу и хорошего дня. Счастливо. Вам.